Поступить в одну из 11 латвийских высших школ можно было, используя единую систему на портале latvia.lv. Венспилсская высшая школа предложила 369 мест, из них 190 бюджетные. Возможно, на бюджетные места будет конкурс. По словам проректора по научной работе Венспилсской высшей школы Артура Врублевскиса, сокращение количества студентов наблюдается не только в региональных вузах, но и в столичных. Однако у руководства Венспилсской высшей школы пока оптимистичные прогнозы. Количество желающих обучаться по магистерской программе выросло. Количество поступающих обучаться по бакалаврским программам практически то же самое. Думаю, основания для волнений у нас пока нет. Артур Врублевскис отмечает, что, как и прежде, большой популярностью пользуются три программы. После первого тура мы подписываем договор с теми, кто подал заявку на учебу. Но кто-то поступает одновременно в несколько высших школ. И возможно, что их принимают в нескольких. Тогда они должны сделать выбор, подписать договор или нет. Затем станет ясно, насколько реально заполнены места. И тогда будет дана возможность подать заявку на втором этапе. Для тех, кто еще не определился с выбором учебного заведения, в августе будет объявлен дополнительный набор. Популярными остаются программы переводоведения, управления компьютерами. Приоритеты у людей пока сохраняются те же. Снижение количества студентов связано с пережитым 90-е демографическим кризисом, когда рождаемость значительно сократилась, и теперь эти последствия ощущаются в уменьшении количества школьников и студентов. Дополнительно надо учитывать то, что у студентов есть возможность обучаться за границей. Нам надо бороться за то, чтобы они оставались в Латвии. Мы ждем ясности и активной работы со стороны Министерства образования. Относительно новой модели пока много неясностей. Проблема в том, что государство финансирует всего около 60% от необходимого объема для обеспечения бюджетных мест. На счастье, у нас эта проблема решается благодаря поддержке Венспилской городской думы. Но проблема остается. Количество студентов сократилось, а значит, увеличилась конкуренция между вузами, которым сейчас приходится задуматься над дальнейшим развитием учебных программ. Если мы сейчас гордимся нашей программой переводоведения, которая лучшая в стране, то в магистерской программе, связанной с компьютерными технологиями, сейчас вводятся изменения, чтобы она была более привлекательной и для работодателей, и для студентов. Продолжаем создавать новые программы и реформировать существующие. Прием высшего учебное заведение осуществляется в два этапа. С результатами первого можно ознакомиться уже сегодня. Результаты второго будут известны 14 июля. Татьяна Саксаганская, Артур Анч, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение.